750 метров в час. С такой скоростью сегодня строятся в Китае новые дороги. Полвека назад Китай был одной из самых отсталых стран по протяженности дорог с твердым покрытием. Правительство КНР считало, что есть более важные задачи. Ситуация стала меняться лишь в 80-е годы, когда пришло понимание – без современной дорожной инфраструктуры дальше нельзя. Появился даже лозунг – если мы хотим разбогатеть, нужно сначала строить дороги. В это время правительство приняло первый план создания сети государственных скоростных автомагистралей, и были разработаны соответствующие стандарты качества. Определились с источниками финансирования строительства – средства госбюджета, местных бюджетов, сбор за обслуживание дорог, дополнительные пошлины при покупке машины, акцизы на топливо. С 1985 года все это оформили отдельными законами. У нас многие организационные проблемы не решены по сей день. Тогда же государство разрешило вводить сборы за проезд по шоссе высокого класса для возвращения кредитов на строительство. Первую скоростную дорогу Шанхай-Дзядин 18,5 километров открыли в 1988 году, после чего прокладка подобных трасс понеслась по нарастающей. Уже за первое десятилетие Китай достиг в дорожном строительстве таких результатов, на которые у Европы и США ушло более полувека. Сооружение скоростных шоссе потянуло уровень всего дорожного строительства, позволило отсталой отрасли, где основными средствами производства была лопата, тачка, ручной каток и миллионы низкооплачиваемых рабочих выйти на современный уровень. Появились серьезные производители дорожной техники. Строительство скоростных дорог продолжается и сейчас, причем прежними фантастическими темпами. К началу 21 века их протяженность превысила 10 тысяч километров. В 2002 году уже 20 тысяч, в 2008 – 60 тысяч километров. К концу 2013 года общая длина автомобильных дорог превысила 4,1 миллиона километров, включая 104,5 тысячи километров скоростных магистралей. Согласно программе развития транспорта на 12-ю пятилетку, в ближайшие годы в Китае будет сформирована сеть скоростных дорог, которая свяжет все регионы и практически все города с населением свыше 200 тысяч человек. Уже сегодня в Китае 300 тысяч мостов. Тысячи из них длиной более километра. По количеству современных дорог страна вышла на второе место в мире, а все скоростные трассы были построены за 20 лет. Ничего нового китайцы не изобрели. Правительственные и региональные институты планируют, как должна расти транспортная сеть. С учетом развития экономики, направления груза и пассажиропотоков, роста числа автомобилей. В стране много денег, в том числе и свободных, тех, что можно направить на создание современной инфраструктуры. Риторический вопрос. Почему так не сделали в России, когда страну буквально заливали нефтедоллары? В
2005-2010 годах инвестиции на создание сети национальных скоростных автомагистралей в Китае составляли 17-18 миллиардов долларов США в год. А сейчас, когда основные артерии уже введены в строй, тратят по 12 миллиардов ежегодно. Федеральные или местные власти полностью контролируют строительство, но ведется оно, как правило, на деньги подрядчика. А государство или правительство региона заплатят ему только после того, как вся работа будет выполнена. Причем именно в рамках той суммы, которая прописана в договоре. Высокие темпы – прямой результат такой системы. Строители хотят вернуть вложенные деньги как можно быстрее, при этом не в ущерб качеству. Оговоренный срок службы дорог, как правило, не менее 25 лет. Большинство дорог в Китае бесплатные. Есть и платные дороги двух типов. Государственные, построены за счет бюджета, и коммерческие, сооружены за счет собственных или заемных средств компаний. Для простого автомобилиста никакой разницы между ними нет. Но по закону государственная дорога должна стать бесплатной после 15 лет эксплуатации, а коммерческая – через 25 лет. Плата для легковых автомобилей 1,3-3,3 рубля за 1 километр, в зависимости от времени суток, сезона и так далее. Для грузовых автомобилей от 3 до 7 рублей, что не сильно отличается от европейских тарифов. Но есть два отличия от Европы или соседней Японии. Во-первых, в городах все дороги бесплатные, даже если это футуристические шестиуровневые развязки, как в Шанхае. А в том же Токио въезд на многоуровневый городской фривей платный. Во-вторых, не всегда есть бесплатная альтернативная дорога. Причем в таких случаях каждый раз принимается отдельное решение на уровне правительства. С 2000 года протяженность автобанов Китая выросла в 10 раз, а в 2010 Китай обошел США. На текущий момент длина автобанов Китая превышает длину автомагистралей всех стран Европы в 1,5 раза. К 2020 году длина автомагистралей Китая превысит все страны Европы, плюс США, плюс Япония, плюс Южная Корея. Текущие темпы строительства составляют около 10 тысяч километров для автобанов, что в несколько раз больше Соединенных Штатов Америки.